Ее королевское величество обожает лошадей, и животные отвечают ей взаимностью. За последние 30 с лишним лет монархиня выиграла на скачках более 6 миллионов фунтов стерлингов. О любви Елизаветы II к своим скакунам и корги ходят легенды. Ее величество редко пропускает крупные скачки, и, возможно, это одна из ее слабостей. Но слабость довольно прибыльная по подсчетам специалистов. За последние 30 лет скакуны королевы регулярно оказывались в числе победителей и принесли ее величеству боли. 6,7 миллионов. Как подсчитали профи, по данным сайта mirosing.com, одним из самых прибыльных годов для королевы стал 2016 год, когда она заработала порядка 557 тысяч фунтов стерлингов. Королевские скакуны ни разу не выигрывали знаменитое Эпсомское дерби. В скачках ежегодно принимают участие до 20 лучших скакунов со всего мира, хоть и было сделано много попыток. И тем не менее, в тот год Елизавета II оказалась на 11 месте в рейтинге самых успешных владельцев скаковых лошадей с очень впечатляющим показателем 451 побед на 2815 забегов. Иными словами, рейтинг успешности королевы 15,9. Сэр Майкл Освальд, скаковой менеджер Ее Величества, ранее говорил об особом внимании королевы к питомцам своей конюшни. Она понимает лошадей. Не только породистых, а всех лошадей. И она все еще время от времени позволяет себе прогулки на пони очень неплохо для ее возраста. Королева любит лошадей и собак, чувствует их. И с таким человеком действительно приятно работать. Фото Getty Images. Герцогиня Сассекская не усвоила важный урок стиля. С тех пор, как Меган Маркл стала членом королевской семьи, ее гардероб сильно изменился. Стиль герцогини Сассекской стал более элегантным и женственным. И все же наряды жены принца Гарри далеки от идеальных образов Кейт Миддлтон, которая в этом вопросе скрупулезно следует королевскому этикету. По словам королевского эксперта Даниэлы Элсер, герцогини расходятся во взглядах относительно выбора одежды для особых случаев. Дело в том, что Миддлтон, в отличие от Маркл, усвоила важный урок стиля от принцессы Дианы. Леди Ди, как известно, занималась благотворительностью и в качестве помощи неоднократно жертвовала свои наряды. Этим жестом она обращала внимание общества к серьезным проблемам. Кейт взяла пример с принцессы Уэльской и научилась правильно подбирать наряды на мероприятия. Недавно она появилась на климатическом саммите в Глазго в достаточно лаконченном платье бренда Эпонины, не привлекающем к ней много внимания. Свой образ монаршая особа дополнила лодочками от Руперт Сэндерсон, которые она надевала уже 12 раз. Тем временем Меган постоянно критикуют за дорогостоящие наряды. Ранее герцогиню Сассекскую осудили за неуместный образ стоимостью 7500 долларов, в котором она посетила школу для бедных в Гарлеме. Если бы Кейт появилась на саммите в чем-то более ярком и интересном, это отвлекло бы от главного повода события решения проблемы изменения климата. Подумайте также о ее волосах, зачесанных назад, и о том, что эти туфли и клатч она уже носила раньше. По сути, мы говорим о стилистическом чистом листе. Здесь ничего нет. И эта готовность поставить работу на первое место и оставить свое эго и тщеславие свидетельствует о ее неумолимом пути к трону. Отметила королевский эксперт Даниэла Элсер в своей колонке для издания NZ Herald. Меган и титулы – это такая же вечная тема, как любовный треугольник Чарльз Диана Камила. Эти два темы будут обсуждать вечно. Даже когда проблема будет полностью решена. В общем, под раздачу попала Елизавета II. Так, в Твиттере были возмущены ее безразличной реакцией на то, что Матрёна Сассекская, пользуясь своими титулами, позвонила политикам США, чтобы обсудить оплачиваемый отпуск. Так, герцогиня позвонила сенатору Сьюзен Коллинз. Политик была шокирована. К моему большому удивлению, она позвонила мне по моей частной линии и представилась как герцогиня Сассекская, что довольно иронично. Королевский эксперт Анджела Левин заявила, что Меган Маркл тем не менее должна продолжать следовать протоколу, несмотря на то, что она ушла с должности действующей королевской семьи. В Твиттере же началась жесткая борьба между фанатами герцогов Монтисидского королевства и здравомыслящими людьми. Фанаты выражали благодарность Маркл за то, что она переживает об американцах и делает все, чтобы хорошо было не сливкам общества, а простым людям. Спасибо, Меган, за все, что она делает для нас, простых людей. Меган не является политиком, но делает больше, чем все политики вместе взятые. Спасибо, Меган, за то, что она борется и поддерживает тех, кто также борется. У меня сложилось впечатление, что их все писал один и тот же человек.
хотя, возможно, фанатов сассекских делают на одной фабрике, шутка-минутка. И с ними вступили в спор более здравомыслящие люди. Правда, их заносило немного в другую сторону. Так многих возмутило бездействие королевы. О чем думает Елизавета? Меган и Гарри наплевали на ее протоколы и делают все, что сами захотят. Монархия уже ничего не решает. Королева слишком стара. Британии нужен новый король. Потому что Елизавета так любит своего внука, что позволяет ему делать все. Даже пользоваться титулами и лезть в политику. Если королева ничего не сделает, то Меган станет политиком. Пожалуйста, спасите народ Америки. В общем, теперь народ штатов требует неоплачиваемые отпуска, а чтобы королева Меган лишила титулов, ведь без них мадам герцогиня почти никому не известная актриса. Однако уже не один эксперт заявил, что королева не лишит сассекских титулов. Кроме того, в Британии считают, что Меган пользуется титулами в знак уважения. А вы как думаете, лишит ли королева титулов сассекских? Или это сделает следующий король? Или наоборот, этого не сделает никто? Ребенок герцогов сассекских еще до рождения привлек к себе особое внимание, ну а появление на свет восьмого правнука королевы вызвало настоящий ажиотаж у журналистов и поклонников монаршей семьи. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, родившийся 6 мая, вряд ли когда-нибудь займет престол, но теоретически является седьмым в линии наследования. Принц Гарри и герцогиня Меган решили обеспечить сыну как можно более обычную жизнь. Так что имя у него не совсем согласуется с монаршими традициями, которые требуют называть малышей в честь предков. Титула «малыш» по желанию родителей тоже не получит, он не станет ни герцогом, ни графом. Крещение детей крестят малышей в первые недели после рождения, наряжая их вне зависимости от пола в очаровательную крестильную рубашку из шелка и роскошного кружева. Эта традиция установилась после того, как в 1841 году в таком наряде окрестили будущую королеву Викторию. С тех пор наряд примерили 62 отпрыска королевской семьи. В 2013 году одеяние отправили в музей, а для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон шили новую, точно такую же рубашку. Вероятно, именно ее и предстоит надеть маленькому Арчи. В семьях аристократов считают, что детская одежда не должна копировать взрослую, поэтому принцев можно увидеть в коротеньких штанишках, а не в брюках. Традиция, связанная с игрушками, обычно новорожденных буквально заваливают подарками из разных стран, их могут прислать и политические лидеры. И простые жители британского содружества, да и жители любой другой страны. Кое-что родители оставляют для малыша, а остальное передают благотворительным организациям. Но точно известно, что британская королевская семья старается передавать игрушки от родителей к детям. А еще здесь предпочитают простые игрушки, ограничивая доступ к планшетам и прочим радостям прогресса. Так и для детской фантазии, и для здоровья полезнее. Самые интересные и любимые вещицы имеют шансы угодить в музей, конечно, когда малыш подрастет. Образование королевских детей, когда юные принцы подрастают, они отправляются в элитные школы и колледжи. Такие, как домашнее образование последнее в семье получила Елизавета II, поступают в университеты. А затем отправляются служить в вооруженных силах, причем во многих отношениях подчиняются более строгой дисциплине. Чем остальные, ведь за ними следит семья и общественность, и даже фото на отдыхе может стать поводом для возмущения. Контролировать каждый шаг родичи монархов учатся с детства, но пока что юному Арчи дозволены любые нарушения этикета. Хотя, как говорят прабабушки и прадедушки, он вежливо улыбнулся. В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл – самая обсуждаемая пара во всем мире. Удивительно, но такой статус они получили еще до ухода из королевской семьи и своего переезда в Калифорнию. В какой-то момент именно герцоги сассекские стали личными пиар-менеджерами дома британской короны. То и дело они разжигали конфликты своими высказываниями о жизни в Виндзорском замке и о том, как неуважительно относились к ним представители монаршего двора. Когда публика стала понимать, что Меган Маркл станет одной из них, то фанаты начали предполагать крепкую дружбу между кембриджскими и сассекскими. Эксперты некоторое время называли их «великолепной четверкой», ведь поначалу Гарри, Меган, Уильям и Кейт действительно поладили. Принц Гарри всегда с особым трепетом говорил о своей супруге, и даже когда он еще не до конца понимал, что ждет его в будущем, больше всего на свете он желал познакомить Меган с Уильямом и Кейт. Это было захватывающе, я имею в виду то, что происходило в течение определенного периода времени, когда я буквально никому ничего не говорил.
А потом Уильям очень сильно хотел встретиться с ней, и Кэтрин тоже, так что, как вы знаете, нам удалось совершить это пару раз. Ну ладно, довольно много раз, поделился Гарри. Герцог Сассекский рассказал о своем разговоре с Меган, когда та поделилась своим впечатлением по поводу будущих родственников. Я сказал ей Кейт просто. Замечательная, продолжила тогда Маркл, объяснил Гарри. Герцог также рассказал, что Меган понравилась абсолютно всем, а чаепитие, собрания и посиделки с королевской семьей всегда проходили на высоте. Почему отношения между Меган Маркл и представителей дома британской короны начали стремительно ухудшаться? К слову, один раз Сассекская, набравшись смелости, назвала членов королевской семьи недружелюбными и завистливыми. А после переезда в Калифорнию они будто совсем забыли о существовании королевы Уильяма и Кейт и навсегда стерли их из своей памяти. В то время как фанатам супругов остается только ностальгировать по счастливому прошлому.